может закончить как мама. Утяшева усыхает на глазах из-за генетического заболевания. Фанат Лясян обеспокоены состоянием гимнастки. Для Лясян Утяшевой потеря мамы стала большой трагедией. Зульфия была для Ляси самым дорогим человеком. Она тяжело переживала резкий уход матери. По предварительной информации, смерть Зульфии была быстрой и неожиданной для гимнастки. Утяшева не любит рассказывать о произошедшем, но девушка поделилась тем, что это случилось дома, она ничем не смогла помочь матери. Утяшева вызвала скорую, но медики не успели спасти маму Лясян. Бытует несколько мнений о причинах смерти Зульфии Утяшевой. Одно из предположений – это раковое заболевание, которое стремительно погубило женщину. Возможно, мама не хотела расстраивать дочь о скорой кончине и пыталась скрыть диагноз до последнего. Но так как онкологическое заболевание относится к генетическим, унаследовать можно лишь мутации, которая повышает риск развития онкологического недуга. Лясян может закончить как мама, но, скорее всего, гимнастка будет тщательно следить за своим здоровьем, чтобы прожить долгую жизнь, вырастить детей. Дело в том, что такие предположения возникли у экспертов, ведь Утяшева усыхает на глазах из-за генетической болезни. Помимо этого, появились слухи, что телеведущая уже болеет онкологией, поскольку Ляси сильно исхудала, носит парики и выглядит всегда усталой и невыспавшейся. Раньше у гимнастки был длинный и густой волос, а сейчас у Ляси на голове мышиный хвостик или парик. Также на лицо ведущей наносят много макияжа, чтобы скрыть синяки. Фанаты танцовщицы безумно переживают за Утяшеву и боятся, что она повторит судьбу Зульфии.